Крупнейшие международные состязания в России и Европе. Так сегодня называют турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпромнефти». И неизменно седьмой год подряд он проводится именно в Омске, на ледовых аренах, сертифицированных для матчей профессиональных команд лиги. Как отметили организаторы, Кубок фактически стал неофициальным первенством России среди команд возрастной категории до 12 лет. Мы могли бы сказать о том, что турнир существует для того, чтобы в общих чертах поддерживать молодежь, развивать хоккей. Но, коротко говоря, мы хотели сделать большое красивое событие, которое по своему уровню соответствовало бы взрослым большим турнирам, на котором бы дети, которым было бы 10-11 лет, могли выступать так и в таких условиях, как выступают настоящие мастера, до которых им, наверное, еще расти и расти. Прежде всего, с чем связывает Омская область, это с командой «Авангард», которая более 20 лет сегодня. И мы понимаем, что «Авангард» – это не просто команда высшей лиги, это целая система, где сегодня занято около 5000 ребятишек, начиная с 5 лет. Поэтому для нас вот такой положительный симбиоз взаимодействия бизнеса и власти – для сегодня очень значим, и мы готовы поддерживать такие начинания, такие турниры, готовы помогать и оказывать всяческое содействие. Кубок «Газпромнефти» всегда славился высоким качеством организации и зрительским интересом. На торжественном открытии более 10 тысяч болельщиков стали свидетелями мультимедийного шоу с использованием трехмерных лазерных проекций. В этом году в соревнованиях приняли участие воспитанники 16 детских спортивных школ из российских и зарубежных клубов. Главный трофей состязаний – кубок – представили победители 2012 года – хоккеисты казанского «Акбарса». Церемония открытия турнира завершилась матчем между «Акбарсом» и хозяевами льда – омским «Авангардом». Со счетом 4-1 победу одержали хоккеисты «Авангарда». Победителями седьмого международного турнира детских хоккейных команд «Кубок Газпромнефти» стали хоккеисты московского ЦСКА. Второе место завоевал челябинский «Трактор». Обладателем бронзовых наград стал омский «Авангард».